В каждую квартиру будет устанавливаться сигнализатор загазованности и электромагнитный клапан. Это за счет фонда капитального ремонта. Что оно дает? При малейшей утечке газа в квартире автоматически перекрывается подача газа через клапан. Сигнализатор срабатывает и перекрывает подачу газа. По фасаду что будет? С фасада будет вход прямо именно непосредственно на кухню и уже разводка вверх. Трубы этой как таковой не будет. Удобно, практично, и нам тоже легче будет уже обслуживать как такового газопровода по ВДГО. Для жителей газифицированных домов ничего не меняется. Плата за газ от этого не увеличивается. Но со временем в тех домах, где будет проведена, назовем это, модернизация оборудования, станет безопаснее. В том числе и благодаря специальным датчикам, установленным в квартирах. В будущем году ремонт запланирован в 8 газифицированных многоэтажках Абакана. По сути, пока в пилотном варианте, этот вид работ становится пятым направлением деятельности фонда капитального ремонта. Это изменения, которые были в этом году, только внедрены, введены и в законодательство, и в сам процесс капитального ремонта. Заключаются они в том, чтобы максимально все проекты делать с учетом безопасности для собственников. Это вынос магистральных трубопроводов на фасад, это установка газоанализаторов в каждой квартире и еще ряд мероприятий по безопасности. Это было запланировано еще 1,5 года назад, постепенно внедрено в нормативную документацию, в региональное законодательство. И в этом году пилотные, считаем, проекты уже будут запускаться. Уже 3 дома законтрактовано и на 2 домах ведутся работы уже по новым проектам. Мероприятия, связанные с ремонтом газового оборудования, будут проводить организации, имеющие доступ к проведению столь сложных технических работ. Подрядчики будут определяться посредством торгов, а после завершения капитального ремонта принимать работу будет специальная комиссия. С точки зрения безопасности, наверняка здесь будет столь же строгий подход, как и в отношении передачи в эксплуатацию нового лифтового оборудования.